Очи черные в стиле Луи Армстронга. В Ярославском художественном музее вновь готовятся удивлять. В губернаторском саду начали монтировать сцену фестиваля «Лимон». Один из участников «Диксиленд» Сергея Кузнецова «Первый причал» уже репетирует. «Из-за острова на стрежень», «Футбольный марш», произведение Чайковского и Штрауса. Все в авторской джазовой аранжировке. Это тот джаз, который появился в начале 20 века. Собирал в свое время стадионы, это была танцевальная музыка и очень веселая музыка. И самое главное, она не требовала никакого подключения, никакого электричества. То есть люди играли живьем на духовых инструментах. На большой сцене в самом центре Ярославля в выходной выступят ведущие музыканты страны. Вадим Эйлин Крик, арт-квартет Тима Дорофеева, Сергей Старостин. Крайне высокий уровень наших ярославских исполнителей. Джазовые ритмы разбавят этнические духовые инструменты. А открывать и закрывать фестиваль будут колокольные звоны Владимира Дегтярева. Нам кажется, что в таком классическом пространстве нашего губернаторского парка будет довольно свежо и необычно услышать произведения различных жанров и сыгранные на разных музыкальных инструментах, например, гусли, колокола, губная гармоника.